Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня мы с вами сделаем очень классный браслет. Помните, в прошлую пятницу мы с вами делали колье? Вот такое вот радужное жемчужное. Ссылку смотрите вот здесь, вот в подсказках на этот ролик. А сегодня я хочу сделать браслет к нему в комплект. Посмотрите, каким образом. Я подобрала вот такие вот круглые жемчужины-таблеточки, и между ними будут вот такие вот пушистики из кристаллов. Это у меня на столе лежит эскиз, примерный вид изделия, каким я его себе представляю. А теперь мы все это соединим с помощью проволоки и соединительных колечек. Но сначала сделаем кусь. Отрежем лишний жемчуг и отложим его в сторону. И работать будем с тем, что у нас осталось. Смотрите, каким образом мы будем собирать наш браслет. Мы возьмем несколько колечек, и на каждое колечко мы подвесим вот все эти подвески. Одно кольцо, один цвет. Для подвесок возьмите просто какие-нибудь бусинки 3, 4, 5 миллиметров. Это могут быть кубы, это могут быть пятитысячные, круглые, биконусы. В общем, смотрите, или даже микс этих всех вариантов. Выбирайте бусины, какие вам нравятся, и берите пин, надевайте на него бусинку. Далее мы берем инструментом круглогубцами практически у основания, у бусины, оставляя буквально полмиллиметра. Обвиваем кончик пина вокруг инструмента и пару раз вокруг себя же, вот таким образом. Опа! И лишнее мы откусываем. Кусь. Все, у нас получилась вот такая подвеска. После того, как мы надели все бусины на пины, сделали из них подвески, мы берем соединительное колечко, открываем его и надеваем на него много-много подвесок. Сколько хотите, столько и надевайте. Как вас начнет устраивать степень пушистости, тогда останавливайтесь. И закрываем колечко. Получилось вот так. Теперь повторим это со всеми остальными цветами. Каждый цвет наденем на свое кольцо. А пока я надеваю бусинки на колечки, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие ролики. Ролики. После того, как мы надели все бусины на колечки, мы берем проволоку, у меня Artistic Wire 22 га, и делаем кусь. Отматываем с катушки примерно вот столько. Делаем кусь. Надеваем на проволоку крупную жемчужину таблеточку. Доводим ее до серединки нашего отрезка. Берем инструментом практически у основания бусины и отгибаем под углом 90 градусов. Перехватываем и делаем петельку. Огибаем проволоку вокруг инструмента. Но до конца мы здесь ничего не затягиваем. Берем колечко с бусинами и надеваем на получившуюся петельку. Теперь перехватываем инструментом и пару раз проволоку обвиваем вокруг себя же. Точно так же, как мы делали подвески с бусинами. А потом делаем кусь, откусили лишнее, и у нас получилась вот такая деталь. Кстати, на этом можно остановиться, добавить сверху швензу, и получатся классные сережки. Но мы продолжим работу и сделаем петельку с другой стороны тоже, точно таким же образом. Схватимся инструментом около бусины, отогнем проволоку под углом 90 градусов, перехватим вот здесь вот и сделаем петельку. Теперь на эту петельку мы наденем другое колечко и хвостик вокруг себя пару раз обернем, закрепим проволоку и сделаем кусь. Получилось вот так. И теперь точно таким же образом мы собираем весь наш браслет. Берем жемчужину, надеваем ее на проволоку и между ними вставляем наши мохнатки. Кстати, если вам нравятся мои сережки, посмотрите вот здесь вот в подсказках ссылка. Уже был ролик, мы делали такие же. Смотрите, какая красота у нас получается. Я хочу сделать браслет, но на самом деле сейчас в процессе работы я думаю, это же могут быть и бусы. Очень-очень нарядные, очень-очень вечерние бусы. Но мы сделаем браслет. Я хочу приделать замочек сейчас, пока браслет еще не до конца готов, чтобы представлять, какой длины он у меня получается. Поэтому я беру замочек и приделываю его к браслету прямо сейчас, чтобы просто представлять, какой длины у меня получается.
Все, мы достигли нужной длины, не успели мы сделать радугу. Голубой, синий и фиолетовый остаются на потом. Придется мне какое-нибудь украшение придумать с этими мохнатками тоже. А сейчас мы приделаем оставшуюся часть замочка. На второй конец браслета мы приделаем удлинительную цепочку. Наденем на пин и закрутим вокруг себя же. Точно таким же образом, пару-тройку раз. Финальный кусь. И вуаля, наш браслет готов. Вот такой вот получился классный браслет. Но не дают мне покоя эти две мохнатки, которые остались невостребованными. Я хочу прямо сейчас сделать сережки. Будет у меня такой комплект продолжения браслета в ушах. Поэтому точно таким же образом берем, делаем кусь, делаем петельку, надеваем на нее мохнатку и закручиваем вокруг себя же пару-тройку раз. Откусываем лишний кончик. Надеваем жемчужинку. И теперь повесим это на швензу. Нужно найти где-то швензу. Швенза! У меня же есть уже швенза. Мы сделаем подвеску для вот таких вот швенз-конгов. Посмотрите здесь вот в подсказках ролик. Мы уже показывали обзор, насколько универсальны эти швензы. Я прямо сейчас снимаю с себя сережку, снимаю с нее подвески и сделаю подвеску, которая будет вешаться на это кольцо. Эти колечки соединительные идеально надеваются уже сюда. Возьмем колечко, чуть больше закроем его, потому что оно слегка приоткрыто. Сделаем здесь петельку, точно таким же образом, как мы делали в браслете. Наденем на кольцо, закрутим пару-тройку раз вокруг себя же. И вуаля, наша сережка готова. Это же надо так придумать было, а? И швензы не нужны, потому что они уже есть. Обязательно надо купить себе таких колечек побольше. Вот и все. Ну, то же самое придется проделать и со второй. Делаем петельку, надеваем на нее мохнатку и закручиваем вокруг себя же. Надеваем жемчужинку, сделаем здесь петельку, наденем на кольцо, закрутим пару-тройку раз вокруг себя же. Та-дам! Красота! И примерим. Вот такая получилась неожиданность. Сели делать браслет, а получился браслет плюс сережки. Такой комплект отлично будет сочетаться с простой белой футболкой. Или сделайте такие бусы и носите его с простой белой футболкой. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Макет или образец? Скетч, макет, эскиз. Ну, слушай, я браслет хотела вообще-то. Ну, пусть будет такой браслет. Сделаем синий отдельно, да? О, или сделаем сережки. Сделаем сережки. Отлично, отлично. Это гениально. Мумия. Моя любимая часть начинается. У-у-у.